привет, друзья! И вы смотрите новый влог на канале Navi Brawl Stars из Стамбула. И сегодня тот самый день, ради которого мы с игроками здесь собрались. Сегодня день ежемесячных финалов. И перед тем, как прийти к игрокам на буткэмп, я собираюсь в стамбульский магазин продуктов, чтобы купить что-то приятное, необычное и вкусное, и принести им подкрепиться перед играми. Can you give this? And this from the lower side. Let's also try this, this, and this. Планы чуть изменились. По дороге я увидела кафе с турецкими сладостями и подумала, что это будет намного интереснее. Так что идем дегустировать. Принесла вам турецкие сладости. Подкрепиться перед игрой. Спасибо, нифига. Любишь такие приколы? Да, очень. Понятно, не очень угадала, но ладно. Как вообще настроение? Карнавал просто лучше. Давайте, Ангел Бой, хочешь предикты сделать на сегодняшний матч? О, нет. Давай не Нави, СК, вот давай следующие матчи. Ага, то есть полуфинал типа Нави против Фу, да? Да. Зета, Дотем, Зета? Что еще там было? Айнер, Хамбл. Хамбл? А, и что там еще было? Третий матч. А, Фуд против Найс Кактуса. Мне кажется, Фуд победит. Да, привет, я тут. Итак, ребятушки, делаем тирлист бравлеров новый, обновленный. Ага. Вот, погнали. Знаете, как сыграть? Вот так. Типа в карту, да? Какого лучше бойца? А давай по одной каждый выберем прямо сейчас, и кто самый лучший перший пробует. Года давайте все спрячем. Давайте каждый просто свой составит. Вот я взял из пачки сейчас одно возьму, и выбери одно, и одновременно все поставим. Окей. Я готов. И кто кого погнет. Стойте, одну. Я выберу. Давайте. Раз, два, три. Мэнди. Мэнди. Ну я тебя перебиваю. Да не, какая разница, в целом не по Мэнди и универсальный. Мэнди это туз получается. Не, мы именно кто кого здесь нафигачит. Хорошо, давай тогда S, потом A, B, C, D, E, E. Все. Бит. Мне кажется, он B. B, да. С кем советовался? Я этот? И с кем? Хорошо, значит, бит B. C, я думаю. Бас. Не, ну что, они же отдельно. С, А. Не, типа ряд будет. Правильно? Угу. Фас. Ну, наверное, если. Давайте определим все строки. Вот будет С. Это... Тут у нас Б. Б. С. Потом нужно А, Д и Е. Давайте сразу выставим. Я предлагаю отсюда вот идти. И вниз. Потому что, ну, места не хватит. Базик был уже поставлен на... Ну, я тоже поставил, он матч соло мой сделал. Да. Один кто-то вытащит, а все скажут, какой это тир. Вот давай, любой возьми отсюда, закрыт. Это будет А. Куб. Е. Самый слабый тир? Ага. С. Ух, куб угадал, я. Гейл. Да, конечно. Гейл вообще мусор сейчас, его даже против танков не берет, по-моему, сильно. Отдыхай. Это ближе к С, ну ладно. С, А, Б. Пиков Гера. Реально вообще не берут. Е, осталось Д. Ну, Мэг тогда. Мне кажется, Мэг это к биту. Да, хорош. Да? Да. Пойми. Ну, блин, это, кстати, спорно. Вот либо это, либо это. Как-то между ними, да. К базу бы получено. Ну, иногда может зайти хорошо. Но что-то в последнее время, вот, пару недель назад, что-то ее так мало видел. Или показалось. Ну, мне кажется, все-таки база. Ну да. Пушка ставится, если ее не смогут сломать, она нормально. Ой-ой. Вот этот чел недавно такой сильный был и сейчас. Тут уже пик маме. Такой слабенький стоп. Так, ну. Мне кажется, он. Вот сюда, мне кажется. Уже Гейла. А мне кажется. Е минус. Ну, на уровне, да? Не, мне кажется, да? Получше. Можно его эту категорию определить. Да. На S ставишь? Получше. Саласа? Лазарь. Ага. Пингвин. Это либо А, либо S. Мне кажется, S. S, да. Да, это очень часто прям пик. И вообще... Брок. Брок. Брок? Мне кажется, не слабее, по-моему, подходящий. Мне кажется.
Он не настолько популярен, конечно, как Пенни, но... Кур, ты что? Ты на нем часто играешь в твоё решение? Надо стоять. С? Стоп. С, А, Б. Б, Б. Мне тоже кажется. Ну, мне кажется, это либо А, либо С. Но мне кажется, ближе к С, это самое... Хотя... Не, я Б на А поставлю. Тоже А. Да, А. Грей. Грей. Ну, А. А, по-моему. Ну, мне тоже кажется... Он будто как бы хорош, но сейчас... Типа, станций много. Да. Ну, со своей старкой он тоже иногда может закошмарить. Хм. Блокирующий дамаг. Ива. Ива, Ива. Но мне кажется, она либо к льду, либо к Брогу. Мне кажется... Да, мне кажется, она не настолько плоха, как Кальд. Может, да, Кальда вообще на уровне этого. Дублджампика? А то пустой оставим. Ну, пока да. Ну, можно. Кальда реально вообще редко видим. Даже какие-то подходящие карты. Худок новый, который... Он еще не вышел, но выглядит так, что он там А или С будет точно. Так, ну ладно, Сергей. Сергей. Дроп. Да, в этой. Ну, мне кажется, есть. Даже что-то такое. Или может даже вот на кольта, может, пока покарулит территорию. Либо вот сюда, либо сюда. Ой. Это. Давай вот сюда поставим, он наш пинчик нами. Это пока что двинем, да? Или... Ну, можно определить. Давай. Ангелбот. Я, правда, не видел геймплей, но... А ты спрашивал, поеду ли я в Германию, чтобы подушку тебе привезти? Ха! Нет. Хорошо. Нет. Смотри мне. Я думал, ты его украшаешь. Я украшала? Это что за бубль, Джон? Давай пусть С будет, он нахиливает там жестко, может и домашний, может хилить. У него вторая жизнь, по-моему, еще есть. Я понял. Типа ульту даешь сначала, и он еще раз возрождается. Мне кажется, Ашка. Не, мне кажется, вот это. Типа любого там. Он тебе даст ульту, ты умрешь и возрождаешься. И по новой. Я чувствую, что это ты будешь. О, С. Сели? Молчим. Да? Нет. Не, Селя очень жестко. Даже это ферст пик постоянно. Клет. Мне кажется, вот заполнит пустую графу. Не-не. Я уверен, что нет. Мне кажется, либо это, мне кажется. Ну, здесь, может быть, да, я слишком. Вот кто заполнит. Ха. Не-не-не. Это грузу жампику либо. Да вообще видео офигели, где его так булить? Он офигенный персонаж. Или они его убили? Это чел был, который был против танков, его просто уничтожили так, что он даже ни одного танка сконтрить не может. Он может персонажей любых перебить. И танк нормально дефает. А вы кольта ссуете. И дублджампика вот сюда. Вот что он тут забыл? Он должен быть вот тут. Розовый, не знаю, дублджампик тогда уже. Ну давай. А то, что сейчас 70 персонажей, как вы думаете, это сильно... Тяжело для людей делать пики в целом. Тяжело это делать. Для людей. Ну как вы думаете, не стоит каких-то персонажей убирать со временем, если добавляют новых? Да все желательно. Ну, в том же Clash Royale сотка плюс, и карточки не исчезают там. Все они есть, ну короче. Мне кажется, Бест тоже самое. Скоро будет 100 плюс, и все будут играться. Тирлисты будет только сложнее делать. В прошлый раз это 40 минут пройдено. Ну сейчас пока камера не сядет. Чеки. Ну, кстати, она неплохо зашла, да. Джеки, да, на некоторых картах за... Прям хорошая. Пэм. Пэм. Ну, мне кажется, либо что-то... сюда, либо сюда. Мне кажется, это хорошо. Да, она получше. О, Биби. Биби. Блин, а так Джеки, наверное? Ну, так-то да, послабее этих персонажей. О, Мортис. О, вот это очень хороший претендент на... А, ну, он мне может кажется, игру завернуть. Либо вот тут, либо тут. Мне кажется, либо это, да. Но мне кажется, если мы Германию отберемся, то он точно будет либо тут, либо тут. Я, если честно, думаю, сюда. Ну, я бы сюда сначала же оставил, да. Чинчик. Ой, ну, блин, наверное, либо вот сюда, либо сюда. Ну, скорее всего. Да. Не слабее, может, что там тоже. Один пул. Амбер. Блин, наверное, либо сюда, либо сюда. Мне кажется, наверное, все-таки... Не, вот сюда. Иногда сложно, конечно, так, типа, критерии типа, выбирать. Вот такой. В принципе, ты туда ставишь или нет? Это А, скорее всего. Вот это что скажешь? Буква. А. Ну, это S. Да. Ярко-красненько будет. Тоже S.
Блин, что-то такое. Мне кажется, А. Ну, да. Мне кажется, он сейчас почти на любую карту ходзоны. Вот, ну, ходзона, да. Персонаж. Но мы учитывать, наверное, все моменты вообще. Не только Шен, я там тоже. Ой, бля. Да и нравится. Я думаю. Ладно, спрашивай. Сейчас опять угрожает. Ну, давай, да, сюда. Наверное, либо А, либо сюда, но я думаю, блин, даже вот сюда. На Б будет. Ну, на Б туда. Честно. Ой. О, это, наверное, А. Либо вот сюда, либо сюда. Ой, тоже противный перст, да? Ну, да, Б, я думаю. Ну, сюда, наверное, как? Все, короче, Б. Места хватит. Б? Ой, это сюда вот, да? Да, да. Думаю, да, что-то фар разбрали. Сонь! А мы идем. Блин, я бы сюда. Я бы сюда закинул. Ну, не знаю. Но если он по советам Сильвии нам выиграет месячный финал. То имба, да. Ну давай Ива тогда, еще вернемся, потом скомментируем. Так перенесется. Хочется? Хочется. Блин, он, если честно, не особо читает. Что-то да, и не особо... Не дотягивает. Ну да, но при этом... Ну да, сюда. Такой плотненький Б. О, клуб новый. Твой голос. Так, А. Высика, это А. Я бы поставил сюда. Куб на нем играет. Булит с первым персом. Не-не. А давай поставим туда, типа, сильнее. Если щиты попадают, то сюда. Он послабее всех этих, блин. Ну не знаю. Он стабильно пикается и на шутинг стары всякие, и геймграбы, и ходзон. Ну можно S, да, поставить. Например, такой вот самый слабенький серий S. Мэнди. Я думаю, сюда. Да, ну. Тик. Ой. Я думаю, сюда. Да немножко говоря. Б самое стандартное, да, для вас? Ну да, сейчас очень много таких персонажей, которые вот прям могут в любой пик зайти. Да. Редко, но редко. Эдгар. Мне кажется, уже да. Да, без шуток. Сейчас стол закончится уже. Справа. О, это А, либо С. Думаю, А. А, да. А теперь самое сложное. Кардариус. Да не, С, конечно. Слушайте. Газ. А, да, это А. Либо даже С, что-то такое. Я поставил, наверное, я на Астер. Я тоже. Вилл. Блин, А, наверное, либо С, А. Да, хороший А, плохий. Байк. Байк. Бум. Ой, зашел. Последняя карта игры, да. Бедного. Барли. Барли. Наверное, все. Ну, он хороший. Да, типа Вилла тоже. Тягается, да. Джесси? Это либо Б, либо А. Я бы Б поставил. Только она хороша, но... Нет. Да, сонно, кажется, все там не везде. Прям. Без пинга это А. Пайпер. Б либо Джеки. По-моему, да, либо Б, либо нет. Бонни. А, наверное. Можно вот в эту А сделать. Да. Ты ребус чистый. Гриф. А, Б. Бэм. Тоже Бэм. Блин. Ну, Бэм. Я не знаю, если честно, я прав. Ну, такой плотный Б. Вот прям на... Вот если бы сегодня послушал тренера, взял бы его, ну, да, послушать, я бы... Вы бы все были. Нет, типа ты жестко раскидаешь, почему даже можешь, ну да, но сам персик, сколько он во всех аспектах. А не, он геймграб будет сейчас заходить, он сильный, капец. Его никто не знает. Спорим, посмотрим, ребят. Пара, вот это серьезно будет. А, наверное? Да. Найн. Б, наверное. Ну да. Динамайн. Тоже Б. Не, это Б, кстати. Эск, уверенно. Нита. А?
Не-не. Давайте на Б больше ничего не ставить. А что делать? Для чистоты эксперимента делаем честный отзыв. А? А, наверное. Да. Спайк. Б. Надо было делать какую-то категорию B+, знаете, и B-, например. А, кстати, да, пригодилось бы. Макс. Макс. А, будет Б. Не, мне кажется, А. Прям типа А. Йоу. И пикают часто, и банят часто. Не, мы не, вообще пару гадок Максу взяли. Не, ну мы тогда, но в целом, насколько она импакт дает, мне кажется, А. Мне кажется, Б. Что хочешь сказать, Макс меньше дает импакт, чем Мортис? Да. Или меньше в матчах по времени появляется? Конечно. Не, мне кажется, Макс куда чаще берет. Мы Рамсу сюда каким-то образом вообще поставили. Ну да. Ну, тоже быстро, да, блин. Ладно, Б. Лола. Я думаю, Б. Наверное, Б. Слишком много Б персонажей. Все? Да, погнали. Кроу. Б. Б. А, я по А поставил. Ну, то давайте все больше. Бо. Б. 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 Гром. А. Фрэнк. Б. Б. Вы вообще, да, не думаете? Просто что на Б. Не, ну еще можно Гриби, в принципе. Дружка подсели. Да, кстати, вообще. Бог Гриби. Редкие люди, мне кажется, сюда посесть. Ура. Вот им тут грустно. Может, Гейлу кого-то нужно добавить? Да не, зачем Гейлу вообще-то? Твою Найс. Леон. Б. Не, Фрэнк. Сошел. Плотненький Б. О, Петя согласен? Да. Ой, А. Пок. Б. Б. И последний. В принципе, созвучно. В принципе. Карл. Нет. Карл это А, по-моему. Я бы А поставил. К Гейлу можно закинуть, он больше нет там слова. Я бы А поставил. Он добель прям на голову. Нормально свой. Солидно посмотрелся. Так, показываю весь тирлист. Ну вот это я бы, может, актуальный. Сказать, на Б поставил бы. Я бы поставил Гелова хотя бы вот сюда. Ну. Ну ладно, я бы вот так поставил бы. Не-не-не, я бы вот так вот поставил. Ой. Ну окей, давай тогда вот так поставим. Не. Коп, ты какой вариант выбираешь? А какой еще есть? Ну, типа вот так. Либо этого либо поставить. Вот так. Я бы поставил бы Гелу вот сюда вот. А, ну Куб не согласен. Я бы вот это сюда. Я вас буду. Вот сюда поставил бы. Не, все, ребят. Я вспоминаю отбор наш против Гугу, как он потел там на Гелу. И даже Луза. А как Вольт сюда выпал? А, не знаю. Закусил. Я на запинчик, можно S+. Ладно, давайте каждый назовет по самому любимому персу. Лу. Ты же Эш любишь. Обожаю Лу. Да че? Такой Эш. Ты же говорил вроде, что ты Эш любишь. Да это фейк был. Карл любим. Брок. Неизменный Брок. Да. И Лу. Кстати, Лу у тебя был в прошлый раз, когда я спрашивала то же самое. Ну да. Всегда. А в роли Керска? В роли Керска? Не-не, не. Перс, на котором будет все жизнь. Все? Да. Аймс Минусуль. Last one off. Now we've got a much better position, in complete control of things, more or less. Angel Boy though, could go down here, the slow just cancelled out. Q with the pickup though, and it's coming crumbling down for SK Chaos. It's low, and the jam's going to pocket a cube. It is done, surely. Андрей выжил новый КП. Это единственный момент, который пошел не так в этой игре. Они поменялись. Вам тоже надо меняться, вам тоже надо меняться. Я пробую право пойти занять. Давай, давай. Нита там, Коцера. У него где-то две тыки только. Тыка, наверное. Да, шейли лук. И все. И пацаны пиксаем. Андрей лево, двое право, баба убивает. Needed.
in. What a result for SK. Surely two sets up. One last ditch to turn from Navi, but that is not going to be enough either. It's over. Беру Тау, отвечаем Шелика, Дейка. Ну ты не думаешь, что они забанят одного из этих один, одного из этих персонажей? Они Еву забанили, вот если бы не забанили Еву, была бы проблема. Да. Они пойдут с Джином, я думаю. Мистер Пи открыт. Мистер Пи антитан. Мне кажется, не Джин Еву, Джин Вилл пойдут, что это такое. Перекрывок. Вы можете их закидать, отвечаем. Я правее буду. Куб у тебя. Я их перекрыл. I wouldn't get it right either. Doral available now, but the stun comes through. Does have it still, but actually cycled out by Angel Boy. Some great connecting shots. Chaos just looking for the suit, but I don't even know if he got a shot in there. Maybe it was Yoshi doing all the damage. Got his speed and going to provide it to Ope. He's going to roll forward. Surely he'll roll towards MMA. One of those options goes to left, but Angel Boy looking for the cover. Does miss his super. He might actually leave him here as they got such a successful lead. Я право держу, Пойти нельзя. Ты знаешь? Найди, лучше! Перекрыл центр. Центр не пройду. Я лево держу. Мейси гаджет будет вязать. Отскочил назад. Good take down there on to Cube. Will open up some space on the right hand side. But again, if Chaos does not go bare, he is no concern of Navi's. And look at Angel Boy just popping up with one, two, and now the last call as well. Damage raining down. And SK have got no answer for it at the moment. They are at the moment looking a lot different to the previous sets. They're looking a bit more, you know, stumbled around the situation. That is damage done, done, done. Минус. Nice! 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 Давайте, пацаны! За сту будет удобно против пчелы? Я не курю. Сту забрали. И так пчелу угадать? Мне кажется, Бонни. Бонни? Давай Бонни, давай Бонни. Давай Бонни, если они метатель еще берут... Бонни приму? Не ты метатель, по-любому. Если они сейчас метатель не берут, это закрывается. Спайка готовь. Вас умрет! Найс! Время, время тянем! Ультарис, Team effective at this point in time. Super going out. Gadget pop as well there from MMA. I think we have to hold on here. I think they might just hold on. I think this could be a set going the way of Navi. And it is a huge explosion to end. Full HP just holding W at this point in time. This could be a moment. The shine. Stun there from Chaos. Carries a lot of might. There's a jump return. It's very back and forth. But all three members of Navi survive. It's going to be a guaranteed goal. Cube. Just... Все будут, я их сейчас расстреляю, пока они будут меняться. Можете продолжать меняться. Need to get something done. MMA's going to go for the jump, not going to get the cycle just yet. Should be able to get the throw, but it's towards his teammates right in the middle of him. Stun's there for the jump forward from both of them. Neither of them went for the ball. That might have cost him there. Angel Boy goes to the pass forward. Maybe a 1-2. He grabs the ball. He finds it, and the goal's there too. Now the answer back again. Stun onto him. The super, the gadget is there. Chaos. He goes left. He misses. Cube saves and keeps Navi alive. Disastrous for SK, but it's not over yet. 30 seconds on the clock, and they're in a great position for it. MMA jumping in. There's the gadget. There's the goal. Yeah. Что пошло не так в матче? Ну, первый сет там у нас была офигенная заготовка. Мне прям понравилась заготовка. У нас был офигенный пик, и все было отлично. Просто уже в исполнении. Я допустил очень много ошибок, и самое ключевое из них это то, что я не ушел с геймами в третьей игре в левую сторону. Так бы их уже оттуда не вынесли, и мы бы закрыли матч 3-1, если бы выиграли за сет. Петя, твое мнение? Я бы, наверное, не то чтобы один сет разбирал, а просто бы весь матч. Просто каждый из нас допускал много ошибок. Один сет горячей зоны вызвал много обсуждений. Многие не понимают насчет пика и так далее. Там, ну, все не так пошло, но... Прикол в том, что иногда у тебя есть заготовка, в которой ты не уверен, но если ты не попробуешь, никогда не узнаешь, она будет работать или нет. И это одна из нас, ну, из наших не самых сильнейших карт, поэтому мы пошли на риск и решили проверить по-другому. Потому что перестрелиться со SK это тоже нелегкая задача, у них очень жесткий аим. И поэтому мы пошли на риск, но он не оправдал себя. В любом случае, я не считаю горячую зону ключевым матчем, куда больше допустили ошибок в первом и последнем сете, которые могли выиграть, и матч был бы в нашу пользу, без разницы к этим счетам. Когда играли Brawl Ball, думали, что уже можете выиграть, правильно? Да, но такое ощущение, что спешили, может, до сих пор там как-то на нервах отыгрывали, залетали по таймингам не очень удачно, не в те места, куда надо было прыгать там и так далее.
и как-то меньше коммуницировали, как будто в те моменты, где мы можем исполнять, вот этих моментов не было. То есть была не наша плохая игра в футбол. Кубик, что скажешь про свою игру? Ну, чуть-чуть мне повезло. И все. На Шелле понравилось играть, кстати. Прям максимально круто было. Будете еще в следующие разы экспериментировать и брать рискованные пики? Да, но мне кажется, именно в этой заготовке не получилось из-за того, что там был стоп. И понятно было то, что если я за сам буду кидать перчатку там Лолу, Бамбер или, ну, типа, любого из этих персонажей, то просто от нее отпрыгнет и убьет меня. Типа, все равно там нечего ловить. А если мы, допустим, взяли Шелли плюс стоп, и у них бы уже не получилось бы взять такого скоростного перца, тогда бы это получилось. А так мы взяли Сэмула с пиком, мне кажется, нам надо было что-то придумать, либо же изначально брать там вместо этого, вместо Лу брать стук. Вот. Я думаю, иногда можно рисковать. А, возможно, иногда ты это сделаешь и пожалеешь об этом. А вот как в ЧМ 22-й год, финал, мы где-то сожалели о том, что мы не рискнули, не попробовали так, как хотели. И пару лучше сделать, пусть не получится, но мы это будем знать, что так точно не надо больше делать. И может как-то с другой стороны к этому подойдем, сможем какой-то анализ провести. А если ты не рискуешь и не берешь это, то ты даже не знаешь, а стоило бы, и может зашло бы или нет. Или может быть не зашло бы сразу, но ты как-то модернизировал бы этот заход, и в следующий раз он бы обязательно получился, и все бы сидели, офигевали, что за странный пик, и как он зашел так. А как думаете, СК спустя время стали более сильной командой? Ну, когда они опи взяли, они усилились, у них хорошие результаты стали сразу. И момент такой, что это был их last шанс, если они бы вылетали в первом раунде, прощая даже last chance qualifier, последний шанс, они бы упустили, и мир для них на этот год был бы завершен. Поэтому они тоже играли прям до последнего. Ну, то есть у них было все или ничего. Вы думаете, у вас есть еще шансы квалифицироваться на ЧМ? Ну, их много. Во-первых, мы last chance qualifier, ну, 99,9 попадем, но хотелось бы напрямую. Для этого надо топ-3. И это надо выиграть сейчас фут матч, отобраться на ESL, отобраться на ежемесячный финал в августе, показать эти два турнира, все хорошо, и тогда, возможно, мы можем закрепиться там в топ-3 и попасть напрямую. Если же нет, если футу сольем, то тогда это уже last chance, и там отбираться мясорубка. Со всех стран приедут, и какая сетка будет, не знаешь. Там из Азии сильная команда будет, из других регионов. И там нужно пройти два раунда, стать топ-4, и вот эти команды поедут вместе с другими, кто отобрались по прямому инвайту. Что можете сказать фанатам, которые каждый винит отдельного игрока, в большинстве еще пишут про пики, что можете сказать им? Красавчик. Не факт, что все, кто так пишут, это фанаты, потому что если просто отслеживать каких-то ники, ну я просто за этим не слежу, но раньше по приколу интересно было, один тот же ник мог просто переобуваться каждые 5 минут. А те, кто фанаты, нас всегда поддержат, им спасибо большое за поддержку. Да, мы много ошибок допустили, но нет такого, что мы наплевательски относились к нашему матчу или, там, или к подготовке. Просто некоторые суть со стороны, не зная всю внутрянку, и делают поспешные или неверные выводы. И это, наверное, все, что хотелось сказать тем, кто нас поддерживает. А насчет хейтеров, я им уже передавал привет, сказал, что скоро будут матчи, когда они будут грустить, так что это все, что я могу для них сказать. Наши фанаты делали мемы про вас, про всю команду, про тренера. И вы сейчас должны выбрать победителя, который выиграет Na'Vi PIN подушку, подушку PIN. Готовы? Конечно. Погнали. На Na'Vi, задний, нет. О, это такая же. Только не 21. Нормально. Похоже, да? Вот это точно правда. Кто больше всех был похож? Опять. Каждый свой. Так, давайте дальше тогда. Reply Totem, Na'Vi, отобравшийся на четвертьфинал месячных финалов. Ну, прикольно, но особо не понял. Не, я понял, но
Хейтерский, да. Так, ребят, ну это был же мем, да? Ты помнишь. Мем, но не больше не про нас, а самого человека, что он сказал, да. Ну вот это тоже прикольно. Ну, Кубик ответочку сделал. Но это старый, да? Типа не факт, что даже. Ну, могу ошибаться, но не факт, что это именно это чел сделал. Это ролик был давным-давно, еще с 21 года. Обычно завтра. Привет, Куб. Почему-то не квадрат. Ну тут как-то сразу два, и про Куба, и что-то про дизы. Непонятно. За час титула мы типа его быстро накидаем. Ну. Я, который недавно получил титул, но важно. Куб, я, мы так запушили для контента, да. Ангел особо не спешил за этим, так что. Не, ну насчет СК неправильно. А, ну типа что мы перебили, да. Ну, у них-то еще вообще неплохо. Это день назад было. А. Окей, так, какой мем вам показался самым смешным? Ну, по-моему, тут даже по лайкам видно, кому что больше зашло. Что, отправляем Роллу подушку? Ну да. Ролл, лови подушку. Лови подушку. Muchas gracias. Короче, ребят, помните, там Лана записала кружочек в Телеграме, чтобы вы задали вопросики для нас. Победитель получит, получается, тапочки с нашими лицами и логотипом Na'Vi. Давайте пройдемся по ним. Кто самый лучший игрок в Brawl Stars? Наш тренер, мне кажется, он просто монстр, только чуть-чуть не дотягивает. Но хорош. Вы все в одном помещении? Ну да, все. Петя мама любит пельмени? Петь давай из-под кадра. Но он махает головой, что да. Каковы шансы команды на победу на следующем чеме? Ну, нам еще отобраться, конечно, надо, но если отберемся, то постараемся показать хороший результат. Где можно заказать такие тапки? Нигде. Кастомные. Нигде. Грустно. Na'Vi Bass и Na'Vi Cass дружат? Да, мы лучшие друзья. Ну, вот реально все запутываешь. Який найбільш перспективный регион в БС на данный час? Это Европа. Будто. Ну, да. Какой любимый режим у команды? Баунти, геймграб и т.д. Какая любимая мапа в нем и любимый пик? Хм, я бы спросил гаджет, там, старка. Ну, нокаут я люблю. Можно по отдельности сказать, по сути. У всех по-разному. Для меня ББ. А мапа без разницы. И пик тоже. Самый скилловый киберспортсмен из новичков? Сейчас новичков будто нет. Ну, Люки только из последних. Ну, Луки, да. Я уже говорил про него. Какой вопрос вам понравился больше всего? Ну, вопрос, где можно заказать тапки. О, это хорошо. Как а мерч задал? Сделать? Кто задал? Лука. Ну, вот он, получается, победитель. Жди, тебе скоро напишут. Ну и поздравляем тебя. Так что всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.